Вас приветствует канал Юрейс Раша, город Санкт-Петербург. Друзья, сегодня я приехал на соревнования по армрестлингу. И вот ребята здесь такие молодые, так интересно. Сейчас я хочу показать вам. Представься, пожалуйста. Валерия Малиновская. Так. Занимаюсь гирями по армрестлингам. Вот скоро мировые соревнования. Ты по гирям вот полгода, да, ты мне сказала? Да, всего лишь полгода занимаюсь. И какой результат? Девчонки выполняют только рывок и все. Рывок и все? Да. Ты делаешь килограмма. 24 килограмма? Сколько раз? Пока будет это секрет. Секрет? А, для соперниц секрет. Да. Это очень грамотно. Грамотный ход главное. А по пауэрлифтингу какие результаты? Ну, по пауэрлифтингу, там, в принципе, после травмы жим уменьшился. Стало, ну, 60 до травмы, до травмы. Ну, до травмы 70 нормально. Жало. Вот, да. Присед. Я надеюсь, не в резиновой рубашке? Нет. Понятно, это хорошо. Присед 90 и станово 125. Очень круто. Все. И ты сейчас перешла на гирю, да. И не хочешь больше пауэрлифтинга? Нет, я хочу получить, в принципе, по гирю какое-то звание хорошее и по пауэрлифтингу потом выступать. А может, по тяжелой атлетике ко мне? Может быть, что-нибудь получится? Не знаю. Потому что тяжелая атлетика очень гибкий вид спорта, очень координационный, да. Подожди, иди сюда, присядь, представься. Иди сюда, пожалуйста. Владимир Тинков, моя девушка. Владимир, присядь, пожалуйста, возле своей девушки. Ну, сегодня ты выступаешь. Естественно. Ну, расскажи, пожалуйста, сколько ты лет занимаешься армрестлингом? Армрестлингом, ну, получается, 2.5. 2.5 года? Два с половиной. А до этого? Это для себя так, ну, как всегда для себя мы что-то, да, делаем. Ну, это у нас во дворах, я извиняюсь, перебиваю. Мы в детстве во дворах все время на руках боролись. Это, в принципе, как мужскую силу определяли, сидели, игрались, знаешь. Ну, как бы в школе всегда, да, мне интересно это было. Первые места. Да. Там, не знаю, дальше пошел просто качаться. Весил тогда 50. Ну, тебе не понравилось качаться? Не, не понравилось. Понравилось? Сначала думал, там без штанг, просто там тренажерчики, без, так, чисто руки подкачать. Да, ну так, да, как все ребята проходят это, потом уходят куда-то в другое место, в другой, да, мир. Я искал потом зал, где заняться армрестлингом, интересно было. И нашел, да? Да, чудесным образом я поехал на соревнования, потом встретил, получается, одношкольник, да, с правильного класса. И он меня привел в дом молодежи на комендантском. Там есть стол, я как раз искал стол, вот все нашел, начал заниматься и быстро провести. И какие у тебя сейчас, у вас как там идет? Я не знаю же, ваши, как у вас там мастера, кандидаты, я не знаю в армрестлинге. Я, ну, просто знаю другое, что в далеком 1989 году сборная Советского Союза тогда поехала на встречу Канада, Америка и СССР. И единственную золотую медаль привез Султан Рахманов, чемпион Олимпиады 1980 года по тяжелой атлетике. Он выиграл золото, единственный спортсмен. И после этого, так скажем, после этого армрестлинг очень сильно стал развиваться. И сейчас Россия, конечно, на лидирующих местах. Извини, что перебил тебя, да? Что я там говорил? Там ты говорил, как там кандидат, мастер у вас, а, как? Нет, разряда пока никакого нет. На России не ездил еще. На России только, не ездил. Только по Питеру сейчас. Ну, по Питеру ты первый, да? Направо. Юниоров. Юниоров. В каком весе? Ой, сначала было и плюс 80, да, год назад. Сейчас скинул. Сейчас 80. 80, да? Да, 80. Да. Нет, я как-то, ну, жира много было, неудобно. Сейчас особо без жира и, ну, легче сердцу. Ладно, не будем медицинские уходить, какие-то дебри. Ты скажи. Могу силовые результаты. Понятно. Скажи силовые результаты. Подъем на бицепс, сидя без особого читинга, 60 на 9. 69 раз. Да. Очень круто. Два подхода. Да. 60 на 9. А ты делаешь приседания, поднял, тяги? Положил, поднял. Да, я понял. Проблемы с сердцем.
Ну, не знаю, сейчас вроде как прошли со скидкой веса. Сейчас мне более-менее попроще. Ну, я просто тебе советую заниматься немножко тяжелоатлетическими упражнениями, чтобы была спина сильная, ноги были сильные. Нет, обязательно. Потому что один бицепс никогда не вытянет, я тебе это говорю заранее. Одной рукой тяну 110, нормально. Понятно. Нет, раньше делал стану, 200 делал, 360 делал. С чем у меня проблемы всегда были, сейчас его пытаюсь увеличить в натурашку. Да, молодец. Вот желаю. А у тебя кумир кто? Кумир? Кумир? Да, особо нет кумиров. Нет, ну, да? Нравится Денис Сипенков, естественно. Я посмотрел, я недавно смотрел этот, как его фамилия? Жох, да? Жох. Вообще сильный парень. Необычный он. Это читер. А ты подожди. Честно. А у вас там левая и правая рука есть. Ты на какой борешься? На обеих? Ну, а борюсь на обеих. А, на обеих борешься, а правая сильнее. Жоха просто плечо лучевая, у нормальных людей она прикреплена отсюда, отсюда до сюда. Да. А у Жоха она здесь начинается. Да. Плечо лучевая идет прямо до сюда. Понятно. То есть ее очень легко ему развить. И, соответственно, он поднимает огромные веса, и ты плечо лучевой. У тебя сегодня сколько схваток? Ты не знаешь? Ну, в категории человек 25. 25? Ну, это нормально. Это рука должна устать так неплохо, я думаю. Сегодня хороший состав. Хороший, да? А ты армрестлингом не хочешь заниматься? Я раньше занималась. И что? Ну, не понравилось? Ну да, не очень не понравилось, потому что как бы нет таких других упражнений, там со штангами, все дела. Понятно. Мне больше нравятся штанги, гири. Отлично. Круто. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо. Всем качаться, добиваться успехов и только побед. Не только. Согласен. Всем успехов. Всем успехов. Целеустремленности. Валерий, что я хочу пожелать вам? Я хочу пожелать вам, чтобы наш дух совпадал с вашими физическими возможностями. Здоровым телом, здоровый дух. Занимайтесь, пропагандируйте здоровый образ жизни. Соответствуйте своему выбору ежедневно, в каждой ситуации, где бы вы ни находились. Цените и уважайте своего суверенитета. Будьте настоящими благодарями. Слава России! Поэтому желаю вам всем побед и самых-самых хороших внимания. Валентин Бобров.
Петрович одерживает победу. Владимир Узенков одерживает победу. Владимир Узенков получает пол за скот локтя с подлокотника. Одерживает победу. Приглашается Евгений Емеров.